этому вопросу, конечно, нужно ответственно подходить. То есть, если у ребенка с няней возникает контакт, там, после первого, второго занятия вместе, то и если мы видим, что, как она к нему относится, и если ребенок тянется, конечно, да, мы бы оставили, потому что действительно это выход, потому что бабушки, дедушки нам, ну, уже не в состоянии помочь по силу возраста. Конечно, няня – это выход. Во-первых, у меня есть много других доверенных лиц, я не знаю, не рассматривала вообще такой вариант. У меня есть такие близкие люди, которым я доверяю, и до няни просто еще не доходила ни разу. Тоже опыта такого не было, но няня бы доверила, потому что сама работала няней. Вот. И меня просто, ну, друзья просили. Я считаю, что можно доверить, только надо хорошенько все проверить. Никогда не оставляли. Нет. Сестре, там, брату, только все. Да, ребенка. Всегда с собой. Да, всегда с собой. Даже в путешествиях. Наверное, если очень хорошо проверенный и знакомый. Вот так вот, скорее всего. Либо через каких-то знакомых, что она уже у них работала. А просто вот по объявлению, наверное, нет. Было время, когда, да, мы оба работали и доверяли няне, да. Ну, старшую дочку. Потом старшая дочка подросла, и с младшим уже таких проблем не было. Соответственно, няня была своя. А так доверяли, но были вынуждены, да. Работа. Это для меня такой сложный вопрос, потому что я пока не знаю. У меня сомнения, да, у меня вот лучше с бабушкой, мне так надежнее. Но вот насчет няни, наверное, в случае необходимости, если бы мне это потребовалось, я бы, наверное, может быть, оставила, но не факт.